Like a bell cut. И всем привет, друзья. Это первое мое видео, так что зацените. Так, ну, вообще, я создал YouTube-канал, это мой канал. И я... Цель моя — стать популярным. Это мое пока первое видео, да, оно может быть не болен, но я буду стараться улучшать качество. Что бы я хотел рассказать? Вот сейчас, вот я прикреплю один скрин, и я хотел бы рассказать, что ради подписчиков я запустил один очень интересный проект. Я буду апать всех персонажей на 26 ранг. Это очень тяжело, да, это... Ну, для кого-то легко, для кого-то нет, но я апаю соло ШД, бывает с VPN, бывает и без. Так что, ну, не знаю, что сказать, просто первое мое видео. И так что вот, сейчас я апаю Шелли, также можете смотреть на скрине. И я еще планирую снимать приложение Amulet Arcade. Это такое приложение, типа, можете забить... Это в Play Market. Ну, сейчас мы апаем Шелли. И давайте я вам расскажу вообще, как я начал этот проект. Ну, начал я его так. Просто у меня на аккаунте были гемы. И это, у меня было 170. Я купил скин на Кольта. Брал пас у меня был. И скин на Пока. Ну, думаю, вот скин на Кольта вообще бомба. Я думаю, вы знаете, какой это. Это Корсар Кольт. Прям вообще кайфовый скин просто. И прокачал Кольта на 9 левел. Потом думаю такой, а может мне попробовать апнуть 25 на нем? Да. И я просто пошел играть. Апнул 25 ранг на нем. Не трогал вообще Кольта. И на следующий день... Я решил поиграть с VPN, и там было все прям очень легко. Потом я пошел без VPN, пару каток я выиграл, но потом слил. Ну, суть не в том, что я с VPN пошел, а суть в том, что мне Кольт прям очень понравился как бравлер. Я внимания на него вообще не обращал, но боец как боец. Я раньше апал всех на 650 кубков, он у меня тоже на 650 кубках был. И вот я просто так решил апнуть его из-за скина. Ну, просто... И по это апл я его 9 левелом, без пассивки. Сейчас мне выпала пассивка. Ну, не самая лучшая, конечно, вторая. А больше всего для 3 на 3. Ну и вот, я его апл. Дошел до 828 и слил. Да, конечно, это взбесило, потому что мы с тиммейтом набрали 15 банок. Потом он тупо поступил. И меня просто зажали две команды. А в двух командах были... Меня это зажимали Спраут и Тик. У Спраута было 7 банок, он меня на изи выносил просто. И у меня просто сгорело, потому что я занял 3-е место и минус 1 кубок. А на таких кубках минус 1 это тоже за 3-е место как бы. И там дают даже, вот в Дуо ШД там дают 7 кубков, вот поэтому это очень прям взбесило. И я слил Кольта, не смог апнуть. Но все равно это мой любимый бравлер. Потом я пошел апать Бия. С ней ноль проблем. Апнул без VPN. Просто ноль проблем. Никаких проблем. Шелли апал на что ли? Да, признаюсь, чуть-чуть сидел в кустах. Но это не в тему. Сейчас я ее постараюсь апнуть на 26 ранг. Не прямо сейчас, а завтра. Ну, и просто вот буду максимально стараться, чтобы чисто для вас делать какой-то контент. Чтобы вам было интересно меня смотреть. И только из-за этого я апаю 26 ранг. Спасибо, если вы меня посмотрели. Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь. Это мое первое видео. Всем удачи, всем пока.